Всем привет! Вы на канале Даня Ваня. Сегодня мы будем делать кабачки. Какие требуются кабачки? Желательно брать кабачки чем меньше, тем лучше. Почему? Чем меньше кабачок, тем он полезнее. Ну, не всегда это получается. Берем его, просто порежем. Вот так. Сильно мелко я не рекомендую резать. Берем сковородку. В сковородку вливаем масло. Вот мы влили масло, чтобы оно заполнилось покрывалом. И берем соль. Посыпаем соль в масло. Почему мы это делаем? Чтобы масло само пропитало соль, и кабачки не надо сорить. Ну вот, равномерно делается. Кабачки очень полезны. Сейчас положим, нагреется масло. Долго кабачки нельзя жарить. Почему? Потому что они должны быть мягкие, нежные. Когда они мягкие, нежные, они для организма, особенно у кого больной желудок, вот у меня, например, грыжа кишки, это самое, и вот это очень хорошо помогает. Не болит, потому что начинает давить очень сильно. А это очень хорошо. Вот мы просто берем и теперь их бросаем. Если нет, муки не рекомендую делать. Почему? Потому что, ну, мука, она убивает все-таки организм. Поэтому мы берем и вот бросаем. Если, ну, кабачки, сейчас, допустим, месяц, они у нас еще тепличные, конечно. Ну, что делать? Я вам говорю общие рекомендации. Все, мы их положили, все они пропитались, и все, их не надо больше ничего, не присыпать, ни травам, ничего. Кабачки, они очень полезны, так, ничего. Можно, конечно, кинзу добавить, всякие приправы, можно просто так. Ну, мой вам совет, можно в омлете, кстати, хорошо, яичницы сделать тоже, да не брать, раз, с двух сторон, вот, и потом сверху засыпать, вот. Можно в яичнице, можно, как хотите, можно даже чуть-чуть молоко добавить, вот. Но можно сделать просто так, но самое главное, мой вам совет, долго не делать. Чуть-чуть побыл, и все, и перевернулся. Это очень для желудка, для поля. До коричневого цвета не доводить, мой вам совет. Это проверено. Попробуйте на своем организме. Сейчас мы перевернем. Заботьтесь о своем желудке, потому что никто о нем, кроме вас, так не позаботится. И вот еще последний раз перевернем. Все, вот видите, они вот такой чинит уже все. Вот это самое хорошее. Они еле-еле такое, подгорели, подгоряли, и все. Вот это самое идеальное. Можно их замачивать еще, конечно, с дронами в омлете. Яичницу с молоком, с майонезом сделали, и все. Вот. Ну, мой вам совет. Потом будет разрушка, вот как я делаю. Это лучше всего. Вот такой цвет уже готовый. Сейчас засчитаем такие и вынимаем. И готово. Сегодня мы готовили кабачки. Вы были на канале Даня Ваня. Подписывайтесь на наш канал. Поддержите нас подпиской. Всем пока и приятного аппетита. Готовьте с нами. Смак от Александра. Всем пока.
5 минут делов, и как видите, все хорошо.